Так, сегодня часть времени убил на то, что помогал жене открыть ее YouTube-канал. Так что решила она вести YouTube-канал про собак наших. Так что ссылка в описании. Все, кому не лень, подпишитесь, порадуйте ее. Так, значит, что у нас в целом? Давайте покажу вам. Ну, вот это сохнет. Я сегодня, честно сказать, целый день практически проспал. То есть был лентяем. Вот как теперь в туалете. То есть поставил я шкаф на место уже. Раковину установил. Это сейчас тестовая, она залита водой. Я смотрю, что вода не утекает, и она ее в принципе держит. В принципе. Почему в принципе? Потому что в целом я, наверное, буду ее... Ну, хорошо уходит вода. Я переделал слив, мне не нравился, потому что там была большая петля такая. И она... О, видите? Это шланг его приподнял. Ну, завтра у меня освободится мой груз, то есть якорь. И, возможно, я завтра тогда намажу герметиком по кругу. Просто этот герметик, он сохнет аж неделю, 7 дней. Намажу по кругу герметиком, чтобы приклеить саму раковину. Она так и была на герметике с завода приклеена. Чтобы ее приклеить. Ну, для того, чтобы она как бы на своем месте стояла, то будем использовать груз в виде воды. Так, ну, в принципе, что? Тут вот все уже работает. Это я вам уже показывал. Ну вот, обломилась вот кусочек на ступеньке. Завтра освободятся мои зажимные клипсы. Я хочу подклеить вот этот кусок, видите? Вот он. Вот сюда приклеить кусок. Там проклеить. Тут держится хорошо. Ну, то есть, попроклеивать вот эти вот здесь. И там ступеньки, все это проклеить. Затянуть струбцинами, пускай сохнет. Ну что, завтра я планирую закончить собирать переднюю каюту. То есть вот это все, оно уже в принципе высохло. Оно не липнет, ничего, но до завтра я не буду трогать это. Видите, тут тоже немножко порядок наводится. Завтра установлю вот эту часть, заклею ступеньку, и в принципе передняя каюта будет готова. Сейчас тут все как бы приготовлено, все работает, но необходимо устанавливать на место вот эту вот стенку и все подключать. Значит, как только будет готова передняя каюта, туалет, считайте, уже готов. Ну, в принципе, у меня останется только вот здесь порядок навести с проводами по возможности. Я вот испытываю вот такие вот сенсоры температуры. Вот они. В целом неплохо они работают. Надо еще такие покупать. Устанавливать новые сенсора на холодильник. Итак. Вот видите, как теперь выглядит шкафчик. Заклеился он полностью. Мне нравится. Причем пропиталось довольно глубоко. Я очень много эпоксидки туда вбухал. А сейчас вот я приклеил шаблон изнутри. Почему изнутри? Чтобы привязаться вот к этой вертикальной линии. Видите? Параллельно с ней, чтобы сделать. Сейчас я просверлю центровые направляющие отверстия. Здесь. И начну вырезать под экран сезоны отверстия. Также вот здесь мне надо будет установить. То есть экран сезоны станет примерно
Вот тут. Сейчас вот где пальцем. Вот верх его будет. Вот в этом месте будет его верх. Выше него будет пульт управления звуком. А это решеточка вентиляции. Так, а низ у нас будет где-то вот так. От низа, ну то есть не будет перекрывать там стаканы и так далее установленные. Вот такие вот дела. После того, как эти отверстия будут вырезаны, можно будет устанавливать эту перегородку, которая на данный момент исправлена и сделана. И очень мне нравится, как она получилась. То есть вот я уже закрепил. Это у нас чарджеры для мобильников и тому подобному. Здесь она стоит. Здесь будет стоять розетка. Это выдув кондиционера. И наверху, вот здесь вот, где это отверстие, будет стоять сенсор задымления. Вот такие вот получаются дела. Как-то вот так. Ладненько. Надо резать вот это отверстие. Выпиливать по периметру лобзиком. Сейчас вот мне надо как-то это сделать максимально осторожно, чтобы наружная сторона не пострадала. Соответственно, максимально как-то это сделать аккуратно. Сейчас буду пробовать. Смотрите, сейчас просверлены пилотные отверстия насквозь. Взята коронка, как в инструкции написано, 25 миллиметров. Вот это 25 миллиметров. Сейчас я ей буду осторожно проделывать отверстия с той стороны сюда. Для того, чтобы не сделать, минимизировать повреждения лицевой стороны. Смотрите, переклеил я шаблон по тем отверстиям, которые я просверлил, направляющий на лицевую сторону, чтобы удобнее было с ним работать. Также, чтобы не было сколов вокруг этого шаблона. Сейчас буду делать 4 отверстия по 25 миллиметров и потом электролобзиком вырезать между этими отверстиями стык. Отверстия сделаны по разметке. Теперь мне нужно, для чего я клеил очень точно этот скотч, чтобы, видите, повреждается шаблон. А так я сейчас очень аккуратненько здесь смогу пропилить. Я установил вот такой блейд. Сейчас я его достану. Вот, это экстра клин для дерева. То есть он должен обе кромки не скалывать, а делать их аккуратненькими. Сейчас я пропилю и покажу вам, что получилось. Итак, смотрите. Вот я выпилил этот кусочек, видите. Давайте теперь посмотрим с вами, как получилось качество среза. Ну, смотрите, вообще идеально. Сейчас надеюсь, что с первой попытки подойдет все. Потому что я мог чуть-чуть ошибиться, пройти не так, как надо, тогда придется чуть-чуть подпилить. Но мы сейчас посмотрим. Для этого надо полностью вот это все ободрать. Еще раз здесь пропылесосить, чтобы не было мусора. Вот он. Шаблон. Это мы выбрасываем в мусорку. Видите, тут, кстати, потихоньку наводится порядок. Сейчас часть вещей буду утаскивать, чтобы было меньше. Вот так пылесосом я чищу. Это все, чтобы было чисто. Теперь мне надо достать вот этот сезонный.
который будет сюда устанавливаться. Вот сейчас мы его отсоединим. Вот он экран, который будет сюда ставиться. Ну, можно, в принципе, его уже примерить. Как мы видим, подходит он изумительно. Даже, честно сказать, они с запасом дают, я смотрю, отверстия. Сейчас я сниму рамочку вот эту, чтобы вытащить шурупы. Вот, пошла сниматься. Смешно, как я приобрел вот эти экраны дополнительные. Люди продавали их по той причине, что они обновили до версии 2.0 со старой версии. Вот он, видите? Вот он так встает сюда. По-моему, идеально. Просто супер. Так вот, они типа написали, что мы обновляли до версии 2.0, потому что эти экраны типа старой версии были. Так вот, самый прикол, что версия экрана не изменилась. Берешь с официального сайта просто самую последнюю прошивку для него, заливаешь, и он становится версией 2.0. Ну, то есть в черных тонах. Раньше он был в белых тонах. Вот смотрите, как красиво смотрится. Вот теперь мне нужен пульт громкости где-то вот здесь примерно. Сейчас я возьму вот отсюда решеточку, поставлю ее на место, ну, чтобы понимать расположение. Ну, как видите, просто идеально вышло отверстие под него, под этот девайс. Я очень доволен тому, что получилось. Мне очень нравится. Вот такие вот дела. Так, куда же поставить регулятор громкости? Может, его вот сюда вообще наверх поставить? Хотя нет, наверное. Слишком высоко тоже плохо. Вот этот вот регулятор будет здесь установлен. Я думаю, делать его надо симметрично относительно вот этого, не сдвигая куда-либо, а прямо симметрично, и будет, мне кажется, смотреться очень красиво. По высоте мне надо поставить решетку, чтобы вымерить, чтобы зазор между пультом и этим сезоном, и пультом и решеткой остался одинаковый, то есть вымерить центр. Как только я это сделаю, кстати, я могу буду устанавливать вот эту вот всю часть. Тут еще защитная пленка кое-где осталась. Вот. Попиваю вот сегодня яблочный сок. Давно я что-то яблочного сока не пил. Вот такие, в общем, дела, ребят. Ладно, продолжу заниматься этой панелью, чтобы не терять время. Хочется, честно сказать, кофе съездить купить. Наверное, прямо сейчас поеду куплю кофе, а потом вернусь, буду доделывать. Сегодня я планирую установить на место уже эту часть. Хочу сейчас когда-нибудь решеточку эту положить, чтобы она вот так не пострадала. Ну, облицовку. Так что вот так вот я раздобыл 4 девайса. Кстати, смешно самое. Стоимость этого девайса нового $1100 вот этот экран стоит. Сезоновский. Я купил 4 девайса по $150. На одном из них только есть царапинка на экране вот здесь внизу.
Продавец вообще написал, что это трещина. А когда пришло, я рассмотрел, это не трещина, это просто царапина. Так что, вот такие вот пироги. Его, кстати, мне придется снимать еще. Надо сейчас разобраться, можно ли в него заливать удаленно, не через флешку, прошивку. Дело в том, что у этих девайсов флешка находится вот здесь снизу. То есть, чтобы залить новую прошивку, либо изменить конфигурацию вот этих красивых экранов, нужно залить файл в него. Ну, я поразбираюсь, если что, не проблема, что вот пальцем поддел, снял эту решеточку, выкрутил 4 шурупа, и все. И вот он в руки тебе вывалился. То есть никакой проблемы сильной нет. Вот здесь, кстати, будет такой же точно стоять, вот в этом месте. Видите, вот вырезанное отверстие, это под такой же точно экран. Так. Я отключил экран. И видите, система влетела в ошибку. Вот они мигают. Видите, потому что экран, по их мнению, отключился, который задавал им данные. Вот я сейчас включил и заработало. Так что вот, такие дела. Ладно, ребят, продолжу я дальше ковыряться. Прерваться, помчусь я во Флориду, смотаюсь. Ну, в принципе, это хорошо, мне там надо ножку одну поменять, она помятая получилась. Так что сейчас быстренько складываюсь и уматываю. Перед отъездом оставил на рыбалку, видите, крючок. Ну, шучу. Это я придавил так, чтобы вот этот вот раковина приклеилась хорошо. Я намазал ее герметиком, придавил якорем и дополнительно еще налил воды, чтобы оно весом держало. Все, ребят, помчался я.